Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях всемирной истории, которые произошли в 20 веке. Меня зовут Александр Шубин. Тема сегодняшней программы – начало войны на Тихом океане и образование антигитлеровской коалиции. Первые годы Вторая мировая война развивалась прежде всего как европейская. Гитлер захватил половину Европы, готовился ударить по Советскому Союзу. Но одновременно нарастал новый очаг конфликтов на Тихом океане, где давно уже развивалась японская агрессия против Китая и других государств. И во все большей степени японские интересы стали входить в противоречие с американскими. Надо сказать, что японское руководство некоторое время колебалось, куда нанести следующий удар. Особенно обстановка, конечно, изменилась после 22 июня 1941 года, когда Германия напала на Советский Союз. Японцы подумали, не принять ли участие в разделе, как они говорили, не решить ли северную проблему, то есть захватить Дальний Восток и часть Сибири. Однако японское руководство решило выжидать. Более серьезные проблемы и, главное, более лакомый кусок находился на Дальнем Востоке гораздо южнее, где находились колонии Франции и Великобритании. Там находились запасы сырья. И главное, японцы увязли в войне с Китаем, а американцы поддерживали китайское правительство Чан Кайши. Америка добивалась здесь режима свободной торговли. Ее не устраивало, что японцы захватят такую огромную страну. Японцы решили шаг за шагом захватывать то, что плохо лежит. Колонии Франции и Нидерландов, ведь они были разгромлены Германией. Однако Соединенные Штаты заступились за интересы этих государств и их эмигрантских правительств. В итоге 23 июля 1941 года, когда японцы захватили Южный Вьетнам, Америка выставила ультиматум. Никаких захватов. Убирайтесь из Южного Вьетнама. Вы слишком близко подошли к Филиппинам, это американская колония, к Индонезии, Индии. Но Япония не уступала, и тогда Соединенные Штаты объявили нефтяное эмбарго. Япония зависела от нефтяных поставок Соединенных Штатов и не могла долго продержаться. Но японское руководство понимало, вот нефть и другие запасы, они лежат буквально под руками, они находятся и в Индонезии, и на Филиппинах. Достаточно нанести короткий удар, и все окажется в руках Японской империи. Японское руководство осознавало, что экономика может продержаться до конца ноября, начала декабря. В итоге Япония выдвинула свой ультиматум. Америка должна снять ультиматум до 25 ноября. 26 ноября японский флот вышел в Тихий океан. Но президент США Рузвельт надеялся, что он сможет отразить нападение. Войска на Филиппинах были приведены в полную боевую готовность. Единственное, чего не понимало американское руководство, что японцы могут нанести удар по базе американского флота на Гавайях, в глубоком тылу, очень далеко от японских морских баз. Поэтому 26 ноября американское руководство отвергло японские притязания. Но 7 декабря 1941 года на американский флот в Перл-Харборе обрушилась вся мощь японской эскадры, которая включала в свой состав 6 авианосцев. Нападение было настолько внезапным, что американцы не смогли оказать эффективного сопротивления. Были потоплены все 8 линкоров, находившиеся на рейде, 6 из 8 тяжелых крейсеров. Единственный, кто спасся, это американские авианосцы, которые ушли в этот момент на учения и таким образом вышли из-под удара. Погибло 2400 американских солдат и моряков. Это было крупнейшее поражение в истории Америки. Рузвельт объявил войну Японии. Японию поддержал ее союзник Германия, и затем Италия объявили войну Соединенным Штатам. Война стала воистину мировой. Америка стала оказывать нарастающую помощь и Великобритании, и Советскому Союзу. 1 января 1942 года
была подписана Декларация Объединенных Наций, противостоящих фашизму и японской агрессии. Эту декларацию подписали Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Китай и еще 22 государства. Война стала мировой, и отныне это стала война не на жизнь, а на смерть. Война за то, каким станет наш мир. Вы смотрели программу «7 дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях всемирной истории, которые произошли в 20 веке. Завтрашний день посвящен религии и мировой художественной культуре. До свидания.